С запуском новой аглофабрики номер 5 в Магнитогорске введено в строй и новое пожарное депо. Оно будет обслуживать не только сам объект, но и близлежащие цехи комбината. Наша съемочная группа побывала в части и познакомилась с личным составом. На страже пожарной безопасности комбината на территории ПАО ММК появилось новое пожарное депо под номером 27. Его открытие прошло в торжественной обстановке с участием личного состава. ПАО ММК вкладывает немалые средства в безопасность своего объекта. Это говорит о многом. Результат этого – вот данная пожарная часть. В первую очередь это депо будет обслуживать территорию новой аглофабрики номер 5, но на деле закреплены за ней сразу несколько близлежащих цехов. И при необходимости бригады будут принимать участие в тушении пожаров в левобережной части Магнитогорска. Открытие депо – это всегда праздник для особенно пожарных. Тем более 2019 год, он у нас юбилейный. Буквально 30 апреля мы отметили 370-летие пожарной охраны России. 8 августа мы будем отмечать свой юбилей, 90-летие со дня образования пожарной охраны в городе Магнитогорске. Новое депо представляет собой современное сооружение с учебными классами, тренировочными площадками, просторным спортивным залом и диспетчерской. На данной территории также предусмотрено это для занятий личного состава. Это как учебная башня, где могут готовиться личный состав для подъема по штурмовой лестнице в окно 3-4 этажа. Также здесь будет 100-метровая полоса с препятствиями для отработки нормативов по пожарно-строевой подготовке. Также волейбольная площадка. Здесь расположен пожарный гидрант и пожарные водоемы, где будет происходить также тренировка личного состава по забору воды, по боевому развертыванию. Депо рассчитано на 4 спецмашины. В гаражах уже расположились новые «Уралы-пятитонники», оборудованные по последнему слову пожарной техники. Автоцистерна пожарная на базе «Урала», предназначенная для вывоза огнетушащих средств и личного состава к месту проведения аварийно-спасательных работ. Вывозят 4 тонны воды, 240 литров пены. По штатному расписанию в депо будут трудиться 75 человек. Это представители договорного отряда Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы по Челябинской области, который, кстати, сотрудничает с Магнитогорским металлургическим комбинатом уже более 10 лет. Задачи, которые стоят перед нами, что перед людьми в погонах, что перед людьми без погон, абсолютно одинаковые. Пользуемся одними и теми же приказами Министерства по чрезвычайных ситуациях. Как по тушению пожаров, так и просто по уставу службы. Новое пожарное депо номер 27 соответствует всем необходимым требованиям и готово выполнять свою основную функцию – охрану объектов от огня. Хотя сами специалисты подчеркивают, для них самое важное, чтобы на фронте войны с огненной стихией царила тишина, а рукава были сухими. Евгения Салхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВН.